Так, ну вот у нас в Крыму улица Максима Горького, обрезание массовое деревьев идет. Видимо, выделили хорошие деньги и обрезают. Серьезная работа. А мы идем в Морсад, хочу пройти посмотреть. Прогуляться вот участникам Великой Отечественной войны в честь 30-летия победы над фашистской Германией. Вот такой памятник. Так, ну вот такой обычный сад, ничего здесь экстраординарного нету, единственная красота осенней листвы разноцветной, но ее добросовестно убирают. Все очень скудно. Это все Феодосия. Так, ну что, кроме якоря и вот такой беседки, ничего помечательного больше здесь и нет. Бородинское сражение здесь, Крымская война. Так, якорь показываю. Победа в Великой Отечественной войне. И все тут все связано с церковью. Собор Святого Александра Невского. Ну вот такой сад осенний. По чуть-чуть ревисто вам показываю. А Феодосию. Так, друзья, мы в самом центре Феодосии. На Зыкина улице. Здесь центральный рынок. Цивилизация в полный рост. Суета субботняя. Сегодня же суббота, рабочий день. Прям суета, сует. Даже платные парковочки есть. Хочу до церкви прогуляться. Сеть вот в пут. Сеть этих. Вот сетевые магазины, пут. Здесь нет ни пятерочек, ни магнитов, только пут. И вот. Классный денек, температура уже 20 градусов, друзья. Погодка шепчет. Грех не прогуляться в такую погоду, особенно в Крыму. Торговый комплекс, гостиный двор. Николая Чудотворца храм на Зыкина 17. Друзья, это у нас вход в ворота городского кладбища. Сегодня у нас родительская суббота. Я поставил свечку за упокой усопших мамочки. Кладбище 19-20 века. Но на кладбище мы еще не пойдем. Феодосский некрополь, здесь много известных захоронений, но пока нам туда рано, и да и времени у меня нет, и зарядка, как говорится, поджимает. Повербанк мне должен прийти, только был сегодня, думал, успеет прийти с Валбереса, нет, не успел. Так, друзья, немножко улиц Феодосии, по которым хожу, это улица Куйбышева. Спортивные магазины, зелень. Ну вот пятиэтажечка. Обшарпанная, правда.
Но это специфика не только Феодосии, а любого города Российской Федерации. Это движуха, 11 часов дня. Народ, движуха, Феодосия живет своей жизнью. Ну, а я хочу пройти на улицу Земская, она считается пешеходной улицей. Уже Земскую показать вам. Как вы думаете, по какой сейчас мы улице идем? Название улицы Украинская. Никакой политики, просто факты. Украинская улица. Ну и вот наша искомая Земская улица. Типа местного Арбата. С бутиками, салонами, фонарями, зеленью, даже розочки. Флаги пообтрепались чуть-чуть. Так, ну и вот улица Земская подходит к концу. Вот видите, знаки, пешеходная зона. Ну, сказать, чтобы что-то здесь сверхъестественное и примечательное, ради которого сюда стоит прийти, конечно же, не стоит. Ну, а так, если вы отдыхаете в Феодосии, для вечернего променада, конечно же, подойдет. Летом все более зелено и красиво. Сверкает, мигает. Так, мы доходим до фонтанчика. Площадь. Фонтан не работает уже, конечно же. Улица Земская. Одна из центральных улиц Феодосии, она появилась в городе в конце 19 века. Такое название получилось, потому что на ней находится Земская управа, ведавшая земельным хозяйством и социальными делами города. Вот так. Влюбленная парочка фонтанчика. Вот здесь можно прогуляться. И выход к морю. Указ Президиума Верховного Совета СССР на награждение города Феодосии Крымской области орденом Отечественной войны первой степени за мужество, проявленное в годы трудящихся и годы Великой Отечественной войны. Ну и вперед к морю, город трудящихся. Чистейшее и спокойнейшее море, но желающих купаться пока не видно. Ну, посмотрите, все мы на Абхазию говорили. Вот здесь полуразрушенное здание. Интересно, что здесь было. Корпус 6 тут еще функционирует, но этот Айвазовского 35 явно не функционирует. Так, ну вот прохожу вдоль, смотрите, санаторий какой. Обветшавшим, полуаварийном состоянии вот эти своды. Интересно, проживают ли в этих номерах? Тут же
героем штурма турецкой крепости. Каффа, как известно, раньше Феодосия называлась Каффа. Капец какой-то, посмотрите. Все, что на берегу моря, все, что при советской власти строились, все теперь это заброшено. Такие территории, такие здания. Все, вот оно, море. Пляж. Благоустраивай, поддерживай состояние. Кошмар, кошмар какой-то. Да. Друзья, ну просто невозможно не показывать, смотрите. Вот вроде идешь, думаешь, не буду больше показывать. Ну что вот творится, это заброшенное. Ну почему не реставрировать? Потому что худой конец не снести, новое не построить. Завешивай пленочкой, сеточкой. Друзья, если уж все показываю, то дальше буду показывать после всех этих заброшек. Вот здесь, видимо, до чего-то дошли руки, снесли, огородили заводом, забором. Ну и что-то будут строить. Паспорта объекта нету. Можно, конечно, заглянуть. Что-то интересное построил. А здесь облагораживают, как набережная. Ну вот я и дошел до музея Айвазовского, Феодосия Айвазовского. Одна из самых известных личностей Феодосии – это Айвазовский, естественно, художник. Ну и Грин, Александр Грин. Так, ну и что, практически я свою заканчиваю обзор, мини-обзор Феодосии. Вот, мастера маркетинга, столовая «Лимон». Бананчики вот в таком зачахшем состоянии. Кто не знал, вот это вот бананы вот так выглядят, растут банановые деревья. Это все мы по улице Айвазовского идем. Бабушка чуть не сбила меня. Так, входим на проспект Ленина. Вон сам Ильич красуется. Здесь у нас Гранд Кафе Деникин. Все серьезно. И Гранд Отель Астория. Да, этот Гранд пошарпано выглядит. Флаги российские, как известно, 4 ноября праздник День Единства, то есть уже послезавтра. Так, вот наше все советской власти, Владимир Ильич Ленин в кепке, в неформальной обстановке, в неформальной форме, плащ и кепочка, истинный выходец из трудового народа. Сеть авторских кофеен «Птички». Мне нравится их название. «Лимон», «Птички». Хорошо, не «Голубки». Феодосия. Наконец, сердце Феодосии увидели.
Красиво. Точно Пушкин. Друзья, всем привет. 2 ноября 2024 года. Поселок городского типа Приморский в Крыму возле Феодосии. Вот с одной стороны озера Отжиголь. Трасса. И здесь пройдете на пляж Ривьера. Пляжный комплекс Ривьера на Черноморском побережье. Это у нас впереди через трассу озера Отжиголь, здесь у нас Черное море. Почему я там быстро говорюсь? У меня зарядка заканчивается, а хотелось бы снять, показать. Вот смотрите, песочек такой здесь. Как типа мелкого ракушечника, совсем измельченного. Навесики, вышка охраны, песчаный пляж. Душ, кстати, вот здесь есть, так что такой небольшой обзорчик пляжного комплекса сделаю, и пляжа Ривьера увидите море, и может захотите летом сюда поехать. Достаточно широкие для Крыма пляжи, везде узкая полоска, конечно, не сравнить ни с Анапой, ни с Джимите, уж тем более с Витязева, но... Ну и цивилизации, честно говоря, развлечений таких, инфраструктуры здесь никакой нет. Вот это ПГТ, дай бог, будет несколько кафешек, столовых, и улицы некуда вечером пройтись, ни набережной, ничего. Так что тут чисто такой отдых, кто хочет просто море, море и лежачий отдых. Видите, сегодня у нас море бушует, температура у нас сейчас 22 градуса тепла, ну вот ветерок. Если в Феодосии в бухточке было очень спокойное море, там волнорезы, здесь более открытое море. И видите, что. На этом я свой репортаж о пляже Приморский Ривьера буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интереснее. Всем пока-пока, чао.